Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 4 августа 2019 года. Вот муж собрал все томаты. Я их в дом не заносила. Они лежат на улице, потому что окна у меня заняты. Очень много помидор еще лежит на окнах. Мы уже где-то 3 раза постолько снимали помидоры. Помидоров очень много. Он выбрал последние, но не до конца. Остались еще маленькие томатики. Помидор очень много. Хотя повреждены фитофторой. Еще у меня томатики сидят в огурцах. Посадила так вместе с огурцами. Не знаю, повытащил муж их или нет. Вот они, видите, как погорели косы. Еще не все убрал. Еще убрал не все. Это вот у меня томатики. Муж их не убрал. Пасынки с пасынков. Поснимаем их попозже. С пасынков еще есть. И немало. Лежат прямо на земле. Подвязывать не хочу. Основные уже убрали, кое-где поставлял мелочь. Видите, как фитофтора пожгла. Вот остаточки. Я буду выпалывать с понедельника все здесь подчистую. Уже с них толку не будет, хоть бы тем, как говорится, дать ряд. А здесь заросли огурцами. Ну вот, пожалуйста, тоже пошел. До свидания, мои дорогие друзья, подписчики. До новых встреч!